Ремонтируют старые ограждения, обновляют урны. В Ленинском районе Самары продолжается месячник по благоустройству. До начала мая запланировано обновить 13,5 тысяч метров ограждений и покрасить 446 урн. Рабочие уже выполнили более 30% от запланированного объема. Убирают и мусор. Трудятся в две смены. Особое внимание обращениям жителей. С людьми через Твиттер. Наша служба реагирует на это. И выполняем. В рамках месячника проводим уборку прилотковой части, мехподметание тротуаров, ремонт ограждений, покраска урн. Приступили на данный момент уже к покраске борткамня и покраске деревьев. В этом году коррективы в график уборки внесли ограничительные меры, которые введены в регионе в связи с пандемией. В этом сезоне самарцы не могут принять активное участие в массовых субботниках, но все городские службы по распоряжению главы города Елены Лапушкиной трудятся в усиленном режиме. Какие бы обстоятельства у нас с вами не были, мы должны справиться с этой работой. И сейчас у нас этой работой занимается муниципальное предприятие, это и город Зеленхоз, и муниципальное предприятие благоустройства, Самарская набережная, парки Самары и другие муниципальные предприятия, они планово работают. Безусловно, это работа и управляющих компаний. Графики отслеживаются, и все равно мы к 1 мая, несмотря ни на какие обстоятельства, город подготовлен. Готовят к новому сезону и городские фонтаны. Сейчас работы идут сразу на нескольких объектах, в том числе и на Осипенко. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз» красят трубы и частично меняют плитку самого большого фонтана города. Наводить лоск будут еще несколько дней. С основным объемом подготовки технического состояния справились еще зимой. В зимнее время проводилась ревизия оборудования. Мы меняли подшипники на насосах, набивали сальники на задвижках и проводили также работы по электроснабжению и водоснабжению этого фонтана. В этом году в городе будут работать 40 фонтанов. Пробный пуск запланирован на 18 апреля. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.